Мой брат написал гимн Советского Союза и России, а я гимн немецкой танковой дивизии «Мертвая голова». В дивизию «Мертвая голова» Михаил Михалков попал, присвоив документы убитого офицера, дослужился, якобы, до командира танковой роты. Чтобы на какое-то время отвести от себя подозрения, я решил выслужиться и написал строевую песню для роты. На полигоне солдаты эту песню разучили и, возвращаясь в часть, пропели ее под окнами штаба. Меня тут же вызвал к себе генерал. «Что это за песня?» Я ответил, что слова и музыку сочинил сам. Генерал был очень доволен, и таким образом мне удалось на какое-то время вернуть доверие начальства. Пока Сергей Михалков пел оды Сталину, его младший брат Михаил служил во время ВОВ в СС, а позже в КГБ, а еще у гипнотизера Мессинга. Эта интересная статья называется «История семейного клана Михалковых. Одновременно служили и Сталину, и Гитлеру».